Транспорт, как, впрочем, и в другие сферы, неохотно идут молодые бизнесмены. Авторов лучших проектов решили поощрить власти. Эти парни и девушки – победители конкурсной федеральной программы «Ты предприниматель». Грантовый фонд составил 2 миллиона рублей. Каждый получил на организацию собственного дела субсидию размером от 230 до 270 тысяч рублей. Губернатор посетовал, что среди горожан младше 30 лет бизнесменов очень мало. Проводился социологический опрос студенческой аудитории. К сожалению, большее количество студентов захотело стать чиновниками, а не предпринимателями. Вот этот тренд тоже надо сегодня ломать и понимать, что по-другому, наверное, мы не сможем тогда развить предпринимательство, если мы не создадим вот эту систему уважения. Впрочем, эксперты говорят, что дело вовсе не в имидже. Председатель президиума молодых предпринимателей Андрей Спиридонов считает, даже те, у кого есть неплохие идеи, зачастую не имеют представления, как воплотить их в жизнь, как составить бизнес-план, что нужно для того, чтобы зарегистрировать юридическое лицо, где взять деньги и как организовать сбыт. Получить кредит без залога практически невозможно, да и процентные ставки непосильны для молодых предпринимателей. Аренда помещения тоже удовольствие не из дешевых. Плюс ко всему есть проблемы с поиском персонала. Ведь в начальный период предприниматели не в состоянии платить большие деньги сотрудникам, поэтому сложно найти хороших профессионалов, готовых работать за скромную зарплату. Такие вот проблемы.